Сегодня мы открываем выставку «Парк Трериха. История современности», которая интересна тем, что она рассказывает об истории удивительного документа, который предложил миру выдающийся деятель мировой и российской культуры Николай Васильевич Рерих. Мы сегодня открываем выставку, посвященную «Парку Рериха». На выставке представлены фотографии, копии документов, фотографии, репродукции картин, которые посвящены истории подписания Пакта Рериха. Там можно действительно увидеть редкие фотографии из нашего архива, связанные с первыми международными конференциями в защиту Пакта Рериха. Редкие фотографии участников этих конференций, а проходило это в Брюгге. Сегодня на нашей творческой площадке впервые открывается масштабный международный выставочный проект «Пак Рериха. История и современность», которая посвящена жизни и деятельности выдающегося русского художника, ученого, мыслителя, миротворца, общественного деятеля Николая Константиновича Рериха. Этот выставочный проект побывал во многих странах мира. Эта выставка направлена на популяризацию миротворческих идей Николая Рериха. Я от имени директора Дербентского музея-заповедника хочу выразить огромную благодарность организаторам этой замечательной, красивой выставки, которая является образцом взаимодействия всех мировых культур. И я бы хотела бы вручить небольшие памятные подарки от руководителя Дербентского музея-заповедника. Спасибо большое. И вот такая картина с изображением нашего древнего города и крепости Цитадель. Великолепно.